Новости на канале СТВ, в студии Ольга Бельмач. Здравствуйте. Великая суббота, день накануне Пасхи. Сегодня верующие освещают куличи и ждут схождения благодатного огня. В этом году весь христианский мир, православные, католики, протестанты празднуют Светлое Воскресение Христово в один день. Главный праздник церковного календаря отмечают с особым торжеством и радостью. В Беларуси по традиции тысячи прихожан принимают участие в пасхальных службах. Они идут весь день, а вечером в каждом храме будет проходить крестный ход и литургия. Пасха – это самый светлый праздник в году. Убираем квартиру, закупаем куличи, яйца. Обязательно приложиться к плащанице, подать записочки о здравии, за упокой, приложиться к иконам. Праздник очень хороший. Дай Бог, как мир всюду был на земле, на уши, чтобы люди добрые были и дружно жили. Пасху не просто любишь. Ее ждешь. Надеешься, что все грехи, которые ты совершил на протяжении какого-то времени, будут смыты святой водой, верой. Чудо, которого ждали миллионы христиан по всему миру, совершилось. В Иерусалиме благодатный огонь сошел на землю. Он загорелся во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила и десятков тысяч паломников, которые в преддверии большого христианского праздника собрались на святой земле. Патриарх передал священное пламя верующим. Благодатный огонь ежегодно нисходит в Кувуклию, часовню над гробом Господним накануне православной Пасхи. Чтобы исключить человеческое вмешательство, в храме заранее гасят свечи и лампады. После тщательного осмотра кувуклию опечатывают. Первое упоминание о схождении благодатного огня на землю появилось еще в IV веке. Свои соболезнования президенту Колумбии, родным и близким писателя, а также всему колумбийскому народу выразил президент Беларуси Александр Лукашенко. Генеральный директор ООН по вопросам образования, науки и культуры Ирина Бокова в рамках своего визита в Беларусь посетила сегодня музейные комплексы «В мире» и «Несвежем». Они включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Напомню, в него также входит национальный парк Беловежская пуща и Дуга Струве. Всемирное нематериальное наследие ЮНЕСКО представляет обряд «Колядные цари», которое ныне существует только в деревне Семижево Минской области. Самое большое впечатление, что это та забота, с которой замок восстановлен, как оберегается наследие, культура. Я бы сказала, вот ту гордость, с которой относится к этому и местное население, и вообще, я бы сказала, всей Беларуси, это очень, очень важно для нас, тоже как организация, которая оберегает культурное наследие мира. Сапраўды, на тех, кто працуе и у миры, и в Несвіжы, яны гэта уже адчулі на тым, як у нас и у минулым, и позаминулым годзе гэты турыстычныя якраз наведванні, яны павялічыліся ў разы. Белорусские таможенники готовы к чемпионату мира по хоккею. Это подтвердила тренировка, которая прошла в пункте таможенного оформления «Варшавский мост» в Бресте. Здесь готовы к любым неожиданностям. В каждой смене будут работать специалисты, которые владеют иностранными языками. Кроме того, для туристов созданы специальные буклеты со справочной информацией о правилах пересечения белорусской границы на 4 языках – русском, английском, немецком и французском. Та работа, которая проведена таможенной службой, Брестской таможенной, совместно с пограничниками. Тут у нас полное взаимодействие, и по-другому не должно быть. Таможенник-пограничник. Все это дает полное основание сказать, что мы сегодня готовы к тому, что будет увеличен поток
через нашу границу за счет туристов, за счет спортсменов, за счет всех, кто будет в Минске в мае месяце на чемпионате мира по хоккею. Отрабатывалось оформление граждан, гостей, прибывающих на время проведения чемпионата, следующих иностранных транспортных средствах. Отрабатывалось порядок действий должностных лиц в том случае, если вдруг по какой-то причине среди вещей данных граждан будет находиться оружие, наркотики, либо взрывчатые вещества. Нательные крестики времен крещения Руси, иконы, писанные с обычных белорусских крестьян, даже драгоценное пасхальное яйцо от поставщика императорского дворца ювелира Павла Овчинникова. Такие богатства в эти предпраздничные дни можно увидеть в небольшом краеведческом музее агрогородка Поколюбичи Гомельской области. Все эти сокровища принадлежат одному увлеченному человеку, коллекционеру с 60-летним стажем Валерию Гримашевичу. Ценность уникального собрания больше не в денежном, а в абсолютном эквиваленте. Вот здесь два набожника представлены нашей знаменитой Ветковской школы Неглюбка. Вот данные рушники висят даже в фойе Организации Объединенных Наций. То есть они служат оберегом. И вообще наши полесские рушники, они самые многогранные, самые красивые. Они служат визитной карточкой Полесья. И о том, что завтра наступит самый светлый праздник, говорит сама природа. Освещать куличи на Пасху и встречаться с родными мы будем в солнечную и теплую погоду. Невероятно, но сегодня и завтра воздух прогреется до 22 градусов. И это в апреле. По словам синоптиков, такие температурные показатели характерны для конца мая. Кстати, в начале предстоящей недели погода по-прежнему нам благоволит. В некоторых районах столбики термометров поднимутся до 23. По предварительному прогнозу, во второй половине предстоящей недели температура немного понизится. И это пока все новости. Следующий выпуск в 19:30. Я прощаюсь с вами до этого времени.